Одна четверть турнира ТТП СПБ Лайт в клубе «Тайм-аут». На подаче Дзян Кайен. Кайон. В студию вошел Гирис. Юрий будет тоже комментировать этот матч с позволения Александра. Да, инстаграм мы коротенький запишу, потом уже будем целиком. На подаче Станислав Клопчук. Мне кажется, Клопчук его замучает. Нет, без вариантов. С нами Юрий Гирис. К нам в студию вошел известнейший Юрий Гирис и будет помогать нам комментировать этот матч. Да. Матч международный, поэтому притягивает внимание. Итак, Станислав Панал мощным вращением наш заграничный гость сделал топ-спин, и Стас не дошел до мяча. Первая атака Клопчука и вторая неудачно. Напоминаю, что у Клопчука ужасающий силы удар по плоский удар по мячу по завышенному справа. Да, у нашего китайского гостя у него провинциальная версия харикейна на бустере справа, поэтому очень сильное вращение, мяч садится, сложно играть. На бустере? Да. Сильное вращение, мяч садится, улетает. Очень сильное вращение. Я бы на месте Стаса принимал этот мяч шипами. Забегал бы и шипами разрушал вращение. Короткая подача. Да, слева. Слева есть. Слева. Больше ошибок у китайского игрока. Нет, снова мяч садится, и Станислав не доходит. Просто не доходит до мяча. Своя боковушка, да? Бокового, да? Очень сильное вращение от китайской накладки. Что придумать Станислав? Первый сет Станислав проиграл. Но Станислав так просто не сдастся, я надеюсь. Если он будет просто защищаться, то без вариантов. Да, без вариантов. Китайский игрок его обыграет. Клопчук умеет атаковать. Ему нужно атаковать, да. Но разрушать первый ход шипами все-таки. Разрушать, путать и налево побольше. Побольше налево. Итак, подача. Пойдем, Игорь. Плоская подача. Вот шипы. Опять же, я играл китайской накладкой, многие тоже играли. То если ей прокручиваешь, бесполезно. То есть это не теми же. Боковая. Не доходит. Все время не доходит. Все время не доходит. Подачку налево. Да. Ну, короче, надо подавать. Короче. Короче, Стас. Вот. Ай-яй-яй. Вот опять же, благодаря китайской резине, вот, без разворота, практически одной рукой вытащил мяч. Китайский игрок. Липучка. Хурикейн 3 DHS. Подача в стиле Жан-Жике с верхним вращением, длинным направо. Сейчас подаст, ну, ему плоскую подачу такую. Нет, подал верхнюю вращение. Вот. Хорош запилил вот, тогда. То, о чем я говорил, надо разрушать очень хорошо. Его первый ход разрушать. Шипами. Подачу короче. Вот. И самому не спать. Почему? Не атакует вообще. Вот сейчас можно было атаковать. Да. Сброс получился. С верхним вращением. Молодец. Варьирует. Ну вот. Варьирует Станислав подачу. Это очень хорошо. Центр подал. Тоже верхняя подача. Верхняя подача. Прикрывает немножко китайский игрок. Ну,
нас все равно не видел. Еще разок. Вот шипами разрушил. Первый тур до трех и остальные до двух. Если они первый матч на третье место играют, до трех пусть играют. Вот. Николай Иванович, вы все? Сережа, третий стол. Короткая подача. И опять. Опять до мяча не доходит. Вот он, Стас, понимает это, ногами немножко подергал. Хорошо. Опять не разворачивается, не доходит. Вот основная проблема. Основная проблема. Не доходит. Кто подаст наш китайский гость? Подаст верхнюю подачу опять. Нет, не спадал. Игорь, до трех побед без разминки. Виноградов! Опять верхняя подача. Вот так. Двойной вариантов нет. Счет, насколько я видел, это примерно 10-5, что-то в таком духе. То есть 5 очков. 2 на шипа, а, по-моему, 2 на подаче и 1 на шип. И 5 очков, что он набрал Станислав. То есть если продолжить так играть, вариантов нет. Станислав. Тебе бы подачу бы покороче, ему варьировать, то плоско, коротко, то подвеску, и в него, не четко налево-направо, в него, и шипами больше. Я знаю, но мячи, я понял, мячи надо, чтобы на него не летели, он сильно летит на него, он продавливает тебя, потухлей. Миш, тебя вызвали на третий стол, без разминки, Миш. Ну давай, Станислав. Посмотрим, хотя бы сопротивление какое-то создать. Да, да, двигаться, двигаться. Короткую подачку. Вот так. Вот. Потухлее, потухлее. Вот. Вот, потухлее. Хорошо, потухлее. Хорош. Затухляем. Молодец. А я не готов. Молодец, плохо. Ну, а это теннис. Распал. Это теннис. Распал. Атака хорошая. По месту нормально, да? Китаец готов. Русская подача. Да. Два раза в одну точку не делай. Два раза в одну точку. Два раза сделал в одну точку Станислав Кравчук. И быстрый. Ответ подставой. И подставочкой. Подставой. Да. Застал Станислава врасплох. Ладно, нас вызвали, ну ладно. А, сейчас, 2 секунды. Ну кто, освободиться где? Ай. Сейчас одно очко и я пошел играть. Давай. Вот, хорошо, тухлый. Тухлый мяч, тухлый, да. А. Ай-яй-яй. Садится мяч чуть поближе. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй, Стас, не успел, не успел. Немножко не туда мяч пошел в ребро. До свидания. И до свидания. Хорош. Отлично, отлично. Еще одно очко трудовым способом взял Станислав.
Пару слов о победе. Ну, попробуйте тренер хотя бы, Семин наградил. Хорошо. Стас, есть над чем работать? Да, есть работа, но на самом деле не очень так. Можно попытаться. Не успел ты адаптироваться просто, да? Да, в третьей партии было полегче. Да. Стас, ну молодец, молодец. Слушай, первые четыре, третий, а то где-то четыре и пять, по-моему.